Привет всем, это канал Кинописьма, поехали! Актер театра имени Моссовета Юрий Черкасов умер на 60-м году жизни. Об этом сообщается на сайте театра. Причины смерти актера не называются. Отпевание актера состоится 16 ноября в храме мучеников Флоры и Лавра. Прощание пройдет 17 ноября в 11 дня в театре. Похоронят Черкасова на Митинском кладбище. Юрий Черкасов родился 25 марта 1961 года. В 91-м году окончил Российский институт театрального искусства. В театре имени Моссовета он играл с 91 года. На его счету более 30 ролей, в ряде постановок, в том числе в таких, как «Не было ни гроша», «Да вдруг Алтын», «Страсти по Митрофану», «Чайка», «Муж, жена» и «Любовник». Кроме того, Черкасов снялся в нескольких фильмах, среди них «Русский террор», где исполнил роль Владимира Ленина. В июне 2019 года Черкасов был удостоен звания заслуженного артиста России. Чтобы быть в курсе новостей, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик.